В Махачкале начал курсировать экскурсионный троллейбус. Маршрут по городу на нем занимает 4 часа. За это время туристам предлагается посетить и осмотреть 43 объекта. В программу экскурсии входит посещение Джума-мечети, музейного комплекса «Россия. Моя история», Русского театра, городских парков и не только. Первыми туристами на маршруте стали мэр Махачкалы Саламан Дадаев и руководитель Минтуризма Республики Эмин Мирданов. Гости дали хорошую оценку организационному троллейбусу и отметили высокий потенциал столицы в развитии туризма. Данный маршрут будет интересен не только гостям и жителям нашей республики, а также станет интересным для дошкольных и школьных экскурсионных групп, когда дети, ученики, студенты смогут ознакомиться с историей нашей столицы, города Махачкалы.